Всем здравствуйте, вы на канале Zend_Tram. Сегодня я бы хотел вам рассказать о истории такой модели, как ЗИУ-682 в городе Ижевск. Ну что ж, начнем. В общей сумме со списанными троллейбусами ЗИУ-682 и ее модификациями 207 машин в городе колесилось открытие линии троллейбусов, а которая действует сейчас на маршруте, то это 141 машина. Самый старый ЗИУ в городе — это ЗИУ-682 в подбортовым номером 1285. Первые ЗИУ-682 в городе стали появляться примерно в 1970-х годах. Город строился, и вести маршруты из одного троллейбусного парка было не очень-то и хорошо идеей в плане экономической и физической способности. Было решение строить новый троллейбусный парк под номером 2, оттуда шли маршруты 8, 6, 9. После строительства троллейбусного парка появлялись новые маршруты, остановки, появились новые модификации ЗИУ-682, например, ЗИУ-683, которые сейчас все списаны, ЗИУ-682Г016,2, одна из новых моделей в городе в плане ЗИУ-682. На данный момент ЗИУ-682 так и колесят по городу и будут похожи долго, так как в городе уже есть опыт капитального восстановительного ремонта или же КВР. Сейчас поступают новые троллейбусы «Пересвет» с автономным ходом. Будут они ходить до улицы Бёршина на автономном ходу. Ну а с вами был Zend_Tram. До скорой встречи.